куча конкурсов на лицензии Майнкрафта, куча мини-игр, рубрика «Три ачивки», она, если честно, очень интересная. Все это вы сможете найти на канале Fox on Air. Если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в нашу новую серию нашего 6-го сезона с модом Пиксельмон. И в этой серии мы продолжим дальше строить нашу ловушку для Мью, также попытаться найти каких-то крутых покемонов и прокачать наших, потому что все покемоны нам в дальнейшем пригодятся. Мы же потихонечку ищем Гимы. Да, ребята, но перед этим я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь каждый лайк для меня очень важен. Одна секунда для того, чтобы нажать на кнопочку, но за эту секунду вы действительно сможете сделать меня немного хотя бы счастливой. Ребята, это не так сложно. Одна секунда, чтобы клацнуть кнопочку, которая по сути не изменит вашу жизнь, но чуть-чуть изменит мою. Поэтому, ребята, я также даю вам слово, если мы наберем 1200 лайков, то завтра, воскресенье, еще один день выходного, можно и так сказать, выйдет еще одна серия Пиксельмон. Поэтому, ребята, ничего сложного, поставить один лайк за одну секунду, чтобы я сразу же, как только мы наберем 1200 лайков, сразу же побежал делать новую серию для вас, своих любимых подписчиков. Да, ребята, там в уголку есть небольшая кнопочка, на которой написано «Подписка на канал». Я буду очень сильно рад, если вы также на нее класснете. Одна секунда, чтобы нажать и на лайк, и на подписку. Но, ребята, для вас это не сложно, две кнопочки нажать, а для меня это действительно очень важно, ребята. Каждый подписчик для меня как друг. Поэтому я буду очень сильно рад, если ты поставишь лайк и также подпишешься на мой канал. А мы, ребята, приступаем к самой серии. Ну что, я нахожусь на нашем месте, где у нас будет построена ловушка для Мью. Почему я ее так называю? Потому что чем больше мы находимся в джунглях, тем больше шанс спавна легендарного покемона Мью. Да, ребята, а этот домик я начал строить специально для того, чтобы тут жить и чтобы обмануть Мью, да, чтобы она наконец-то поняла то, что мы все-таки очень серьезно настроены на то, чтобы ее словить. Поэтому мы тут обустроим новое жилище. Тут у нас будет кухня, тут у нас будет склад. Тут на верхнем этаже у нас тут будет спальня, которая, я не знаю, наверное, то ли вот тут будет. Тут будет балкончик, на котором мы также, возможно, будем загорать, допустим. А вот тут у нас будет идти... как это можно сказать? Короче, там у нас будет убежище для лодок. В каком смысле? Я тут хочу сделать такое прям красивое место, которое будет уходить вот туда. Тут мы сделаем большую пещеру, и там реально будет очень красиво. А тут будет небольшая такая беседочка. Тоже, в принципе, очень прикольно. Ребята, у меня хреновая новость. У меня опять сломались эти наушники. Охренеть, кто помнит, как только я сказал то, что они работают, они перестали работать. Я не буду тут даже ничего трогать, потому что вы видите, тут у меня все перекручено. Я их даже буду вот так тихонечко снимать каждый раз. Во. Жопа, короче, с этими наушниками, я не знаю, честно. Ребят, у вас было такое, ну вот, давайте я сначала вам скажу. Наушники за 300 рублей, наушники за 7000 рублей... Вообще, до сраки. Ребят, я извиняюсь, то, что я так выражаю, но я выражаюсь, но я уже прям настолько на нервах, что вы себе можете не представить. Ладно, были у меня наушники там за пару копеек. Ладно, купил я вот этих, и за хрен его знает сколько там, за 7-8 тысяч рублей. Та же самая хрень, то, что были бы за 300 рублей. Они ломаются, как хрен его знает что. У меня в одного такого, ребята... Вот предыдущая, давайте возьмем немного, поговорим вообще об этой конченной технике. Ребята, вот буду очень даже рад, и также мне будет действительно интересно, если вы напишите свои случаи в комментариях, потому что это реально жопа. Вот возьмем пример. Мои предыдущие не наушники, а клавиатура. Все нормально. Работает. Утром зашел, да, то есть все, посидел в компьютере, это было уже давно, но все же. Зашел, посидел в компьютере, нормально, то есть все работает. Пошел куда-то, вернулся через 3 часа, включаю компьютер,
клавиатура, половина вот этих всех кнопок просто-напросто перестала работать. То есть, какой нафиг черт залез за эти 3 часа в клавиатуру, что она просто-напросто взяла откуда-то с неба, пришло ей прям, я не знаю куда там, в микросхемы, просто, я не хочу работать. Утром работала, теперь хрен тебе, все, у меня какой-то, я не знаю, девал какой-то залез, все, я перестала работать. Твою мать, так же как с этими наушниками, купила их пару месяцев назад, не самые дешевые наушники, Razer там Kraken Pro, Chroma Series какой-то там, охренеть, нормальные, крутые наушники, ни одной царапинки, ни разу не падали, ни разу никуда не ударялись, ни разу лежать себе на полочке, даже пыли на ней нету, хоть я ни разу пыль с ней, вот с этих наушников не сдувал, ну просто-напросто пыли нет, потому что не собирается. Все нормально. Сейчас пришел пятница. Вот сейчас как будто у меня пятница, но сегодня же суббота, да? Пришел в пятницу с работы, сажусь, слушаю музыку, да, слушаю. Все нормально, музыка играет. В одну секунду все. Перестала играть, наушники поломались в одну и ту же секунду. Ребят, я извиняюсь, то, что меня так бомбит, но это жопа просто. Вот не самые дешевые наушники. Ладно, если бы там было за 300-500 рублей, я бы просто их нахрен взял, выкинул в мусорку и купил бы себе новые, заказал, да, потому что все-таки у меня не рубли, я не в России живу. Нет, это нахрен за 7-8 тысяч рублей поломались еще быстрее, чем те наушники, которые стоят как козье говно. Извиняюсь, ребята, но у меня действительно уже бомбит, просто нереально как. Это жопа просто, честное слово. Слушал музыку, все нормально, музыка качает, я слушаю, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В одну секунду, пум, хренакс, поломались наушники. То есть, посередине музыки, песни взяли и поломались наушники. Все, прям хренакнуло им что-то в башку, в микросхемы, нахрен. Сатана не зашел и залез в наушники, и в одну секунду, пум, они взяли и поломались. То есть, из-за чего? Из-за того, что я так сидел, наушники работали. Так. Повернул голову, пум, наушники не работают. Твою мать, вы издеваетесь. Ребята, у вас были какие-то вот такие случаи? То есть, ломалось у вас что-то так? Это просто жопа. Честное слово, я не представляю, за чего это, почему это, и что это вообще такое? То есть, я не имею ни малейшего понятия, что вообще творится с этой техникой. Ребята, вот напишите вашу историю. В комментариях, если вы хотите действительно поделиться. Вспомните, может, у вас там когда-то тоже что-то ломалось. Потому что я хочу верить, то, что я не один такой, в которых посередине песни, то, что я сижу вот так прямо в наушниках, наушники просто берутся, и в одну. Наушники просто берут и в одну секунду ломаются. Непонятно из-за чего. Просто. Вот желание у наушников появилось. Я обидел наушники, ребята. Вот не слушал я целый день музыку, потому что я был на работе. Вот наушники обиделись, я пришел с работы. Ах ты паскуда, ты не слушал нас с помощью наушников целый день музыку. Ах, хрен ты, дрыщ голимый. Ладно, не дрыщ, просто уже пукан там сейчас на 1000 частей разорвется. Ага, не слушал? На тебе, хренак, с 8000 коту под яйца. Все. Я тут уже нахрен перекручивал, поперематывал, где-то шнур какой-то, провод перерезался, или перегнулся, или перекусился, или... Твою мать! Или перехрен его знает, что все, наушники не работают. Все. Ребята, дайте я хотя бы вам свою душу вылью нафиг на вас полностью. Если не вам, то кому? Я не знаю, что я тут... Ух ты, твою мать. Вот Опа, а это что такое? Ух ты, Басяндру. Так, иди сюда, Басяндра. Ребята, у меня даже сейчас не работает звук в Майнкрафте, если вы заметили. Почему не работает? Потому что я не знаю, что это за херня, но когда наушники перестают работать, у меня почему-то выключается звуковая карта. И хоть бы что там не играло, мне нужно заново это все перезапускать. Причем тут наушники, что я их как будто выдергиваю с USB, да? У меня почему-то перестает вот это все работать. Я не представляю, что это за хрень. Вот хоть убейте, я не имею ни малейшего... какой-то сегодня день у меня. И... Ладно, сейчас. У меня попросту еще до конца не добомбило из заушников. А сейчас на моих глазах пропал босс Голдарк.
Сейчас. Давайте лучше я даже не буду начинать. Давайте я лучше промолчу, и я вообще не буду начинать что-то об этом говорить. Допустим, давайте представим, как будто этого не было. Это призмарин, это нам нахрен не нужно. Давайте как будто просто-напросто этого не было. То есть я даже не буду ничего говорить. Просто пропустим мимо ушей, все. Мимо ушей, мимо глаз, похрен. Я говорю, меня еще не добомбило про наушники, уже на моих глазах пропадает босс. Я не знаю, что это за законы нахрен, какой-то хренотени пошли, но это с ума может сойти. Честное слово, ребята. Твою мать. Фу, вроде добомбило, вроде я перезашел. Да, звук есть. Давайте я даже не буду шевелиться, я буду вот так, как статуя, сидеть, чтобы просто-напросто не двинуть. Ладно, давайте вообще забудем об эту тему, я не знаю, что мне сейчас делать. Новые наушники хрен я буду покупать, потому что такая же хрень, хоть я куплю за 35 тысяч, они также через 2 месяца сломаются. Хоть я их даже буду нежно так вот так ставить, не двигать, вот так буду двигаться, поворачивать вот так голову, они и так сломаются. Это техника. Ребят, вы тут ничего не сможете сделать. Это просто охренеть. Ладно, все, давайте забудем, а то у меня будет так бомбить еще к завтрашнему дню. Просто-напросто забудем. Все. Просто мне интересно, было ли у вас такая хрень. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментарии, потому что мне не хочется знать, что я такой единственный, у которого просто-напросто ломается без какой-то причины что-то. Мне просто хочется в это верить. Поэтому, ребят, я буду очень сильно рад, если вы напишите, потому что мне действительно будет интересно почитать, было ли у вас такая хрень. Было то с чем и сколько раз. Охренеть, Мью! Если Мью вылезет, появится, не знаю еще что в этой серии, ты прям спасешь эту ситуацию. Вот честное слово, если Мью появится в этой серии, ты прям спасешь эту ситуацию. Я не знаю, что у меня с инвентарем произошло, я не знаю, как это убрать. Пускай так будет, я не буду париться по этому поводу сейчас. Хоть я и пытался как-то это убрать, но у меня так продолжает все это быть. Поэтому хрен его знает. Ладно, ребята, тут у нас будет беседка. Так, у меня кончились заборчики, нужно потом будет себе сделать. Беседка тут будет, я не знаю, тут столик будет, и тут стулья. 1, 2, 3 стульчика. Тут как будто вход. В принципе, будет прикольно. Тут у нас будет пристань лодок, вот под домом. Тут у нас будет, как я уже сказал, кухня, то есть верстак, печки, компьютер, фосил машины и, в принципе, многое другое. Тут у нас будет склад сундучков, я так думаю, может еще что-то. Как я уже сказал, тут у нас будет... что у нас тут будет? Тут у нас будет спальня наверху. Тут у нас будет просто-напросто большой балкончик. И также взлетная, наверное, полоса, допустим, вот так, да, мы вызываем покемона, садимся на него и взлетаем. Мью, пожалуйста, давай. А еще знаете, в чем будет самый большой прикол? Если все-таки Мью заспавнится, но мы ее не сможем найти, потому что это все-таки, мать твою, джунгли. Это не так-то и просто найти Мью. Если она даже заспавнит, прикиньте, если Мью заспавится, а мы ее просто профукаем. Я даже не хочу об этом думать, с меня уже хватило брайкваза этой конченой. Когда профукали, когда-то, когда она заспавнилась, ей сколько я уже раз когда сказал, посчитайте, ребята, когда она заспавнилась, хрен его знает, где мы были посередине пустыни, она заспавнилась нахрен за 3000 блоков где-то там в равнине. Я даже не знаю, где она взяла за... Похрен, я в пустыне, она взяла, заспавнилась там за 3000 блоков. Психопат Эдисон, начало нахрен. За этих наушников у меня просто крыша съехала. Твою мать. Вот честно, если сейчас заспавится Мью, я ее прокакаю. Я не знаю, что. Давайте лучше не думать. Заспавнится. Не заспавнится, лучше пускай заспавнится. Спаси серию, пожалуйста. Или хотя бы мои нервы спаси, потому что я больше... Это босс? Это босс? Если сейчас еще этот босс попадет, я не знаю, ребята. Ножик у меня под рукой есть, вены тоже. Ладно, я шучу, конечно. Вены не вены, но пальчик отрубить себе можно будет. Мизинчик. В принципе, я им даже не пользуюсь, разве что в ухе ковыряюсь. Ну... В принципе, да, больше применений нету. Поэтому посмотрим. О, Эгган
Я не знаю, как я вообще заметил этого Magikarpа босса. Это, наверное, первый случай, когда я заметил босса в воде. Да, в принципе, я еще ни одного босса в воде не видел в этом сезоне. Magikarp первый. Вот честь тебе выпала, Magikarpушка. Ты че? Да ляж ты уже на кровати спи. Что ты? Или просто-напросто бессонница. Я нажимаю на кровать, он встает. Походу, безумие не только на меня передалось, а также на моего персонажа в Майнкрафте. Нафиг. Так, что нам можно выкинуть, что нам можно продать, чтобы у нас не был такой загаженный инвентарь. В принципе, больше ничего, кроме вот гнилой плоти, которая, по идее, нам нафиг не сдалась. Вот так, вроде все. Круто, куда мы сейчас пойдем, ребята? Хуйдум 49-й. Если все-таки мы будем выполнять наш план, какой именно? Будем искать травяной гимн. То есть, мы его сможем найти в каком-то лесу или джунглях. Я, если честно, не имею ни малейшего представления, где мы сможем его найти, где он вообще может, по идее, быть. Поэтому, все-таки, я сейчас хочу найти именно его. Да, ребята, именно травяной гимн. Поэтому нам нужно как можно побольше, по максимуму прокачать хуйдума. Ни хрена себе, у него даже электристика. Что это за читерство? У Эмфороса у нас есть... Огненная атака. Хоть он электрический покемон. Почему-то сейчас у Хуйдума он Dark и Fire покемон, у него есть электрическая атака. То есть, ну ладно, такой подарочек, да, я, ребята, еще умничаю, ладно, пускай будет. Было бы еще круто, если бы там еще и водная была и всякая другая, было бы вообще зашибись. А, нафиг. Так, ладно, сейчас мы... Давайте, знаете что, ребята? Я забыл обратно взять наших покемонов, которых мы выложили в предыдущей серии. О, Чармандерушка, здрасте! Я как-то даже про тебя забыл. А, вот Иви и вот Пипинцер, да? Вроде все. Так, это сюда, это... Хрен его знает куда, да? Да пофиг, куда пойдут эти гадины? Так, сейчас... На второй этаж быстренько выложим вот этот весь хлам. Не сюда, а вот сюда. Опа. И, в принципе, больше ничего тут нету. Вот тут лакетч, тут экспешер. Замечательно и шикардос. Айвизаур. Ты, конечно, нам прям очень нужен. Прям как, не знаю, прям как полнейший. Прям ты нам нужен. Поэтому иди ты в пень. Что-то у нас тут словилось. Рыбочка, бирки, сапоги, еще что-то. Потому что сюда ловится всякая хрень, которая существует только в Майнкрафте. Я не представляю, зачем туда добавили то, что мы можем словить бирку или какие-то поношенные сапоги. Ну, ладно, пускай. Пускай предположим то, что это возможно и то, что это... Логично, да, то, что там мужики собираются, идут на рыбалку и вместо рыбы вылавливают там чужие сапоги или какие-то там ошейники животных, нахрен. Я не знаю, но припустим то, что это так и должно быть. Мью, или спавнишься, или иди в пень. Мы за тобой больше... Я вот Мью, даю тебе свое слово. Зараза. Если ты сейчас не заспавнишься, мы за тобой никогда не вернемся. Ты навсегда останешься одна. Будешь тут сидеть между кустами, какать в одиночестве и вообще грустить даже в одиночестве, потому что Эдисон за тобой больше никогда не вернется. Ни Эдисон, ни все тут друзишки, которые сейчас просят тебя, чтобы ты заспавнилась. Потому что если ты заспавнишься, значит у нас и Мьюту появится. Да, и Мьюту. А если появится Мьюту, это значит то, что у нас будет новый капитан команды, потому что Мьюту это... О, как круто. Но Мью, я еще раз скажу, это зависит от тебя. Не будь ты уже настолько такой большой паскудой, что тебе стоит один раз заспавниться. В этом сезоне ты еще ни разу не спавнилась. Один единственный разочек. Ну вот такой хотя бы манюсенький разочек. Заспамься, и мы от тебя отстанем, да, ребята? Ну, пожалуйста. А смотрите на карту. Что-то я вообще покемонов не вижу. Нет, ребята, вот там красная, вот эта красная точка, которая там была, которая вот сейчас, это нет, это не босс, это не шайни покемон, это выкинутая вещь, которая лежит на земле. То есть не думайте то, что я какого-то там... Не знаю, босса пропустил или еще что-то. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Мью!
Пожалуйста. Если Мьюн нафиг не заспанится, я не знаю, честно. Я не знаю. Мью. Даже Анжелочка заспанилась. А Анжелочка еще та скотина, с которой так просто не подружишься. Даже она заспанилась. Но нет. Мью? Конечно, нет. Мью же у нас такая редкая скотина, да? То, что у нас даже Суйкун заспанился. Но Мью хрен. Еще одна Басяндра. А, нет, мне показалось. Это Шайни. Или нет? Или может у него ни хрен его знает. Понос какой. Да, это все-таки Шайни. Просто я думал, ну ладно, позеленел чувак, может пучит его нафиг, может у него там разговор с Одишем, а у пацана там уже с трусов как андули вылазят, поэтому он не может там уйти. А это, кстати, девка или пацан? Это пацан. А Манки это кто был? Девка или пацан? Я как-то не заметил. Ладно, без разницы. Все же позеленел, значит так должно было быть. Ну ладно. Одного босса мы прокакали, одного босса мы убили. Конечно, опыта нам толком не дало, ничего с него толкового не выпало, но все же. И сейчас мы еще нашли Шайни Манки. Конечно, поломанных наушников это не заменит, но... Твою мать. Это что, он там просто... Это еще один Шайни, или мне кажется... Или он пропал уже? Вот он. Еще один шайни. Еще один шайни. Нифига себе. Ребят, у меня такого... У меня... Да ну нафиг. У меня такого за все сезоны не было. Ладно, мы находили... Это еще один шайни манки. Это еще... Я, походу, там сзади еще... Сейчас! Это еще один Шайни Манки! Что за хрень? Это еще один Шайни Манки! Идем нахрен с этой аномальной зоны, твою мать, еще какой-то сейчас тут... Я не знаю, радиация нафиг, наберемся на... Что это за хрень? У меня за все сезоны такого не было, то что на одном месте заспавнились 4 шайни покемона. Как это вообще возможно? В одном озере заспавнились 3 одинаковых шайни покемона, еще один другой шайни покемон. Мне кажется... Ладно, мне кажется, Мью просто подкупила себе напарников. То есть она платит им башляет. За то, чтобы они спавнились, троллили Эдисона, а Мью сама не будет вылезать. Она, знаете, как будто фильм «Пила». Она там камеры видеонаблюдения установила по всем деревьям возле нашего домика и просто наблюдает. О, а ну заспавню я тут Шайни Манки. Эдисон обрадовался. О, нихрена себе Шайни Манки. А, давай еще одного Шайни Манки. Эдисон, еще один Шайни Манки, ты что, дура, что ли? Если ты так нервничаешь, вот еще тебе один Шайни Манки, вот еще тебе один Шайни Манки, вот тебе еще один Шайни Билл Спрут, а вот тебе хрен, потому что я больше не вылезу. И Эдисон вот так уже в этой серии прям безумно. Вас, походу, мой друг, ребята. Да, вот сейчас не у вас спрашиваете, что такое безумие, а у меня, ребята. Да. Я уже в курсе. Да, Рапидаш? Да. Ребят, мне кажется, нужно как можно быстрее заканчивать эту серию. Потому что, ребята, уходите, потому что с этой серии вы еще больше безумия наберетесь. Если вы сейчас, можно сказать, кто-то с вас, может сказать, чуть-чуть там, не дружит, да? С рассудком здоровым, то после этой серии вообще нахрен с ума сойти можно, как и я. Вот честно, скажу. Если бы у меня наушники не поломались, то мне похрен было бы. То есть, если бы там заспавнились 35 Шайни Манки, мне бы было бы до одного места. Просто я бы взял и нагадил сверху поверх этого. И мне бы пофиг было, честное слово, ребята. Хоть бы там 105 Манки заспавнилось Шайни. Но сломанные наушники разорвали мне пукан настолько, то что хирурги даже не зашьют. Я не знаю, как теперь жить с таким пуканом.
Но постараюсь справиться, Шинкс. Иди в берлогу свою, откуда ты вылезла или вылез, я не заметил. Баба ты, мужик, Кончита нафиг, или еще кто-то. Мне без разницы, честно. Вот иди в жопу просто. Ребят, вы со мной согласны, ребята, как вы думаете? Вы со мной согласны, чтобы Шинкс, вот такая наглая, прям и шла в жопу? Вот согласны, если да, то прям вы прям настоящие подписчики, если вы согласны, чтобы Шинкс и шла в жопу. Вот прямиком в парадную дверь, чтобы ее там все обняли, когда она туда вошла. 30% покедекса, ни хрена себе. В принципе, это даже много, это даже нормально. Потому что в сезоне без покерадара еще иметь вот крутых покемонов. Ладно, я не скажу то, что Вульпикс прям крутой покемон, но все же. У нас есть много крутых покемонов, конечно, хотелось бы и Дратини. И вот всех таких остальных. Риол у нас уже есть давным-давно. Это с первой серии. Не с первой, там. С первых серий, да. О! Это не Шайни Слуп. А, нет, Шайни так у нас. Скорупи это наш самый первый Шайни в этом сезоне. Что-то я затупил. Кьогр. Лугия. Суйкун, пожалуйста, не спамься, пожалуйста. Даже не просыпайся, спи там, где ты находишься сейчас. Пожалуйста, Лугия, Кьогр, больше... Ух ты, ни хрена себе, зараза, красножопая! Нифига себе! Я, честно, я не представляю, что творится с этой серией. То 35 одинаковых шайни покемонов заспавнятся передо мной, то... Иви, не надо мне Иви нахрен. Не надо мне нахрен Иви. Вот. Вот. Иви хуй дум. Вот так. Level Ball, Nest Ball, Oran Berry, Downstone. Вот Downstone это крутая вещичка, пускай будет, я даже рад. Так, чтобы нам выкинуть нафиг, что нам нафиг не нужно, вот это все, вроде больше ничего тут нету. Охренеть. Как это вообще возможно, то что в одной серии заспавнилось около 4-5 шайни покемонов и заспавнилось 3 босса в одной серии. Походу, кто-то от нас хочет реально откупиться. Ребята, вы не заметили то, что это действительно так? То есть, Мью не спавнится, никакая легенда не спавнится. Но спавнятся те покемоны, которых мы уже словили, они еще раз спавнятся повторно. Хрен его знает зачем. Троллят, походу, ребята, честное слово. Иди ты нахрен! Пожалуй! Иди. Так, давайте убежим. Если сейчас из-за этой хрени, которую разработчики не продумали, залагает Майнкрафт, идите нахрен. И все, я сейчас не могу выбрать покемон. Твою нахрен, а? Ух ты, жопошник. Иди сюда. Я специально включил Game Rule Keep Invent, ну, чтобы с нас вещички не выпадали, когда... Суицидник. Чтобы с нас вещички не выпадали, когда вот такая хрень произойдет, потому что это... Это что, еще один нахрен босс? Охренеть. Я прям худею со всей силы с этой серии. Что тут нахрен творится? Что это за хрень? Нет, ладно, то есть я... Твою мать. Я не против то, что спавнится 30 в шайне. То, что спавнится 30 боссов. Но это охренеть просто. То, что нам нужно, не спавнится. А всякая... Вы поняли, спавнится? Шелуха нафиг. А? Ты чё? А? Офигеть. Ладно. Я не знаю, что нахрен за аномалия творится в этой серии. Может, я просто Fallout 4 переиграл, и радиация перешла ко мне в организм, потом из организма перешла в Майнкрафт, мод Пикселемон. Сейчас на серии тут хрен его знает, что творится. Или у меня просто уже безумие начинается, уже началось с начала серии. Или даже перед серией, когда эти нахрен наушники поломались. Ребята, я вас, походу, уже достал. Да. Ну, это кто? Ага, Сивайпер. Серия безумия нужна, да. Очень полезная. Излить свою душу хоть разок.
Ну, ребята, если не вам, то кому я изолю нафиг? Это Дивули или этому Стиву Шахтеру, или этому Стиву в костюмчике, или этому Стиву Бомжику? Больше никому, кроме вас. Поэтому, если вы меня выслушали, прям... Респектос, братухи! Да. Да. А мы, ребята, в принципе, на этом уже будем заканчивать эту серию. Я не знаю, что вам сказать, сколько у нас боссов заспавнилось, сколько у нас шай... То есть, только шайни манки. Ты охренеть просто. Там куча покемонов рядом бегает, а спавнится только шайни манки. В каждой компании, сколько там манки заспавнилось, в каждой компании был шайни. Это охренеть. Честное слово. Но тот, кто нам нужен, Мью, я к тебе, зараза, обращаюсь, того нету. Тот прям сидит и очкует даже вылезти. Ах, ладно, Мью, мы еще с тобой встретимся, зараза ты. Поэтому, ребята, в принципе, мы будем заканчивать уже эту серию. Я очень надеюсь, что она вам... Надеюсь все-таки, что она вам понравилась, но... Это нереально тут сколько безумия было. Ребята, я хочу вам реально сказать спасибо. Вот если ты сейчас... Кто сейчас смотрит, то есть... Кто досмотрел эту серию до конца, ты прям мужик. Вот неважно, сколько тебе лет, там, 7. Ой, ну, извиняюсь, если тут, в принципе, и девушки нас смотрят. Ну, мужицкие девушки как-то не очень. Ладно, если пацаны досмотрели это видео до этого момента, кто досмотрел, имею в виду, ты реальный мужик. Потому что у тебя и силы хватило, и храбрости, и, в принципе, и даже немного безумия, чтобы досмотреть эту... конченную серию до конца, потому что реально я назову ее конченной, потому что тут охренеть сколько всего произошло конченого. И во-вторых, да. У меня уже просто слов нету, что же. У меня в голове уже бардак, ребята, честное слово. Паранойя, бардак и все, что можно сказать. Поэтому, а если девушки досмотрели, вы прям, ну принцессы. Принцессы! Принцесса, да, ребята, да. Мужики и принцесса, прям, какая пара. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Честное слово, ребята, хоть я не знаю, заслужит ли эта серия лайка или нет, но если ты все-таки поставишь лайк, то ты хотя бы меня поддержишь. Потому что, ребята, вот что-что, но поддержка мне сейчас реально нужна. С этой всей хренью, что сейчас творится, с этой всей хренью, то, что... И наушники сломались, и то, что у меня уже крыша. Прощай, прощай. Улетела в теплые края. Потому что зима скоро. Зима, земля. Земля. Я прям как Кличко. Земля скоро наступит. Охренеть, ладно, ребята. Пока у меня вообще планку не сорвало на все 100%, пока за мной там уже... Хотя в белых халатах за мной уже выехали, я не знаю, сколько там, 25 минут назад или 30 минут назад, когда эта серия началась. Если вы поставите лайк, ребята, ну в первую очередь вы меня просто поддержите, потому что реально мне сейчас поддержка нужна. Вы видите то, что у меня крыша прям... уже поехала давным-давно. Но и также, если вы хотите видеть новую серию завтра, я надеюсь, что она будет немного лучше, то поставьте лайк. Я вам даю слово, как только мы наберем 1200 лайков, как только мне пару укольчиков дадут и вылечат от этого, то я сразу же побегу делать новую серию для вас, чтобы она вышла завтра. Да, ребята, также там в уголку есть кнопочка. Вот. Там нафиг! Вот там, вот куда моя... Вот туда, куда моя рука движется, вот там есть кнопочка с надписью «Подписка». Если ты еще, конечно, зараза, не выключил в начале серии, не смей. Да, поэтому, ребята, если также нажмешь секунда, чтобы поставить лайк, секунда, чтобы подписаться на канал, ты меня поддержишь, я просто буду хотя бы... немного здоровее и просто буду рад. Потому что 2 секунды, чтобы нажать на 2 кнопки, ты нафиг спамишь больше, когда в КС-ку играешь, когда не попадаешь с калаша в ноги нафиг. А 2 раза нажать одну кнопочку, левую кнопку мышки, это вообще нафиг. Фу. Поэтому я буду очень сильно рад, если ты это сделаешь. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Нахрен уже в двери стучаться.